Итак, перед роликом я хотел прорекламировать свою собственную группу, которую сам создал, сегодня буквально создал, да? Не буквально, а сегодня. Контента пока минимум. Запилил обложку, тут еще что-то. Контента минимум, буду думать пока. Пока подписывайтесь, обязательно буду выкладывать сюда также наравне с Ютубом, да? Также буду выкладывать какие-то материалы, не знаю, сюда буду что-то, какие-то посты придумывать. Это, конечно, наверное, не так просто, но... Посмотрим, все равно подписывайтесь. Буду рад. Долгожданный GTA Samp. Так, русский. 25 тысяч просмотров собрал мой ролик. Последний я его несколько лет назад выпускал. Русский, действительно, но окей. По Sampу, да, я решил, почему бы опять, если вы столько раз смотрели, почему бы еще раз не посмотреть. Там, короче, пришлось... удалять, потом переустанавливать, какой-то я даунский, ебаный, мудацкий сам скачал. Пришлось скачивать новый. Этот нормальный, по идее. Его даже ОБС с лагами зафрапсил. Вот этот нормальный, который я скачал. Дальше вы еще там PvP увидите, я покажу. А это такой ролеплей сервер, 72 человека играет. Без читов. Тогда я с читами играл, я просто не парился по этому поводу, может я скачаю. Можно тут купить, что-то нет. Еще я видел сервак на выживание, что-то на типа DayZ. Нахуй. Ебать. Сука, у него оружие, это нечестно. У меня оружия нет. А ну-ка. О, четко. Почему он не едет? Для включения дополнительного... Чтобы завести машину, нажмите 2. О! Круто вообще. Интересно, он съедет отсюда, нет? Я сейчас на собой хвалю, скину. Ебать. Кстати, я с кулаков почти сломал машину. Вот на самом... О, мусора. Сейчас мусора на башне. Я никогда не понимал смысл вот таких ролеплей серверов, да. Интереснее же играть на дефматче, зачем играть вот со всякими профессиями. Еще что-то. Машину разломаю. Меня в розыск объявили. Сука, мусора, блядь. Я помню, что такое вроде выкупаться сейчас надо было. Наручники на меня надели. Почему? Да, тут убивать нельзя, похоже. Хотя нет, у меня минус пол хп. И в текстуре застал. А, нет. Нормально. Черт, я не могу, кстати, убежать. Я не могу сейчас двигаться. Пиздец, прям. Пиздец, да, прям такая правдоподобность. Вас насильно затолкали в тачку. Меня бесит только чат на пол экрана. Но тут это, конечно, не очень. Реально, вот после этого там еще несколько минут PvP будет, я заснял, посмотрите. Реально как-то повеселее, чем вот эти вот аресты все. Мы попали в игровую зону магнитофона. Пиздец, да прям ни в одной игре такой правдоподобности нет. Тебя прям привезли так.
гитарой. Коп. И чё? Он делает интерес. На вас посадили в тюрьму на 2400 секунд. А сколько это? Сколько это? 4 минуты? Или 40. Уёбище. Ладно, я ливаю с этого сервака. Так, я опять тут. Отвлекаюсь, все, сейчас все нормально будет. О, нахуй. Убил, нет? Твою мать, я само себя убил. Блять. Не то, что вам Counter-Strike ебать. Бля, да как? Мне кажется, тут челики с читами играют. Может быть, тут не банят за читы? Я не понимаю, типа, я в него сейчас попал, и он меня ваншотнул после этого. Как? Нас тут немного играет, кстати, трое только. Я понять не могу, как меня убивают. Может, в натуре с читами играют? Ебать. Или у них броня какая-то крутая куплена. Сейчас надо посмотреть, можно оружие тут? А, нет, тебе оружие выдают. По дефолту, похоже. Ебать. А тут патроны бесконечные вроде. А, нет. Есть, я, по-моему, одного убил. Или не я. А они не бесконечные. Тут, кстати, не имеет смысла прятаться, потому что на радаре. Тебе видно. Интересно, можно чат отключить? Блин. Так. Угу. Непонятно. Ладно, хуй с ним. Ого, у меня доминирующая позиция сверху. Вон, я вижу врага. Бля, отдача, пиздец, типа что. Бля, я не понимаю, как в этой игре вообще попадать. Я просто в свое время только в GTA 4 играл. В самп не играл. Ну вообще в GTA San Andreas не проходил. Не знаю, может, у меня просто сноровки не хватает. Уже какие-то новые люди подключились сюда. К деф-матчу. Сразу взорвать бочку. Бля. Сам себя поджег нахуй. А, найс. Сам себя убил. У меня 10 очков, кстати, пинг хороший. Есть. Есть, я минус один сделал.
но у меня со стилей. Охренеть, как я не убиваю, интересно. Ебать, тут у челиков по 3 миллиона хп, наверное. Реально пиздец. Я не знаю, я звук на мини убавлял, не знаю, как вам слышно. Вроде нормально. Я наушники не одевал просто. Оп, есть. Еще один лоу хп-шн. Почти даблкил. Охренеть. Я так понимаю, тут самый крутой урон с этого идет. С автомата. Черт. Ой, с пистолета. У меня автомат ебаный. Я бы хотел еще поиграть. Есть такие сервера, насколько я помню. Там не отдельная зона, а там типа весь город ПВП. Вот я бы такую хотел поиграть. Чтобы по всему городу гонять, убивать. Но там долго искать врагов. Это вот предыдущий сервак, на котором я играл, вот он такой. Как раз был. У меня один фраг. Если вот в этот огонь наступить, то умрешь. Вон один умер. Ой, черт. Мискрикнул. Ну что ж, как-то так, я думаю. Надо будет еще поснимать. Самп. Я его починил, вроде теперь не вылетает. Как-то так.